Дорогие мои друзья и товарищи, сегодня 6 июля у нас родилась Эльвира Сагадатовна. Эльвира Сагадатовна очень трудолюбивый человек. Сотни и тысячи детей родились у нее на руках. Она помогала им в этой жизни. Эти цветы, которые смотрят на нас в жизни, которые радуют многие семьи, благодаря ее упорному труду, чтобы эти розы жизни, счастья, как капельки на этой розе, точно так же охлаждали и радовали нашу жизнь. Эльвира Сагадатовна, желаем тебе счастливой, хорошей жизни, желаем успехов, чтобы у тебя все было замечательно, твои родственники, твои друзья наслаждались и были счастливы от общения с тобой. Всех благ земных, солнце, чтобы сегодняшний день принес тебе максимально положительных эмоций, и ты могла их в этом году сохранить и перенести их до следующего года в здравии, в согласии, в радости и в счастье. И сенлик саулык туган кин бенен тебриклейбез үзеңне.